Привет, зритель, сегодня у нас с тобой на завтрак будет гранола. Агбианола, которую ты можешь при случае заказать себе на Вайберис. Артикул я оставлю в инфобоксе. Я даже по такому случаю решила взять себе прозрачную тарелочку. Снимаю я немножко при свете дня и при свете фонаря с потолка, потому что без фонаря с потолка темно. Вот такая у меня прозрачная тарелочка, мне будет все видно. Не, конечно, можно попробовать оторвать. Где-то тут был. Ах, как плотно-то. Не судьба мне отрывать красиво эти штуки. Все-таки придется отрезать ножницами. Нам подозритель, как мне хочется уже кушать. Я каюсь, вчера у меня не случилось завтрака. Я вообще как-то вчера большую часть времени спала. Немножко ела что-то. Обалдеть. Я никогда гранолу на самом деле не пробовала. Во. Я, насколько поняла, это мюсли запеченные. Мюсли, зритель, сидя ровно на своей попочке мягонькой. Я обычно, если покупала, то варила так же, как овсянку. Поэтому мюсли запеченные. Ну, как бы просто заливать молоком мюсли для меня это было немножко жестко для моего организма. А потому запеченные мюсли заливать молоком я даже не представляю как. Так обалденно кокосом пахнет. Я даже суну руку и попробую достать. А может и не достану. Кокос он такой, я к нему рукой, а он от меня. Вот. Сейчас я налью себе чашечку козьего молочка и разогрею его в микроволновочке. Я тут двигала. А можно же просто вот так поднести к морде камеры. Вот наша гранола. У меня здесь есть обалденное кипяченое козье молоко. Хочу сказать, что козье молоко, если его прокипятить, оно не менее вкусное, чем сырое. Ну а теперь я уже без верхнего света. Вот, я залила горячим, наверное, молочком. И сейчас мы с тобой, зритель, вкусненько покушаем. У меня как раз чайник греется, чтобы потом попить еще и цикория. И вот снова я тут. Как-то у меня очень приближено. Не поняла я почему. Я уж думала, у меня случайно случился HDR. Зритель, странное случилось. Я хоть и нажимала на камеру, на запись, но, видимо, что-то у меня глюкануло. Поела-то я без тебя, но вот у меня чуть-чуть осталось, я уже это не осиливаю. Я хотя бы сейчас с тобой попью тогда, наверное, цикорий, что ли. Удостоверилась, что запись пошла. Чего такое? Может, тут у меня прыгнула эта моя животина и сбилась у меня все. В общем, у меня тут цикорий с кипяченым козьим молоком. Я добавила чуть поменьше. Хочу сказать, что я положила много. Я не думала, что мне будет этого много. Ну, соответственно, гранолу надо чуть поменьше ложить. Быстрее наедаешься. И, соответственно, у меня немножко осталось. А я это потом докушаю. Так как мюсли я привыкла обычно варить, а тут запеченные мюсли, я думаю, если я их в микроволновке подогрею, вряд ли что-то хуже будет. По крайней мере, будет примерно так, как если бы я их сварила изначально. Немножко все-таки надо посластить.
Ну что, цикорий чувствуется? У меня вот такая супер маленькая кофейная ложечка из чая Марго. Я ее покупала, когда в Кульке еще училась. Не ее, ну, чай я покупала. Я в Ярике любила чай покупать там. На Ярославле главном был один магазинчик и ларечек такой с чаем. Сейчас вроде там уже таких нету. Я когда ездила в Ярик, но как в той стороне не была, не обратила внимания. Хоть автобус с той стороны и заезжает, но вот как-то не прошла даже. А, дождик был, ну как-то не до того было. Может, когда-нибудь летом съезжу, прогуляюсь там. И там продавался такой чай Марго, и там была ложка. У меня есть коробочка с этим чаем Марго. Такой чай еще и в Угличе продавался, черный с бергамотом. А бывали еще просто коробочки картонные, ну, с черным чаем. Неплохой такой черный чай, иногда зеленый чай там был. Ну и чай с ложечкой. Я что-то тогда перлась на ложечке. У меня было очень много всяких маленьких ложечек в довесок от чая. Ну потом у меня приходили родственники и говорили, а куда тебе вот эта ложечка? Я решила, что моей внученьке или хрен знает кому она нужна. Вот знаете, меня вот это очень раздражает. Потому что я же не, когда к вам в гости прихожу, я же у вас не беру вещь, которая мне нравится. Даже если она мне очень нравится. Было в детстве один раз... Мне нравилась игрушка моей сестры, я с ней играла-играла и уснула, видать, вместе с этой игрушкой. И домой, соответственно, пришла вместе с игрушкой, поняла, что это плохо, мне стало стыдно, неудобно, я извинилась и попросила прощения, эту игрушку вернула. Но когда осознанно это делают с целью, что без возврата... Нет, кто-то может сказать, а что такого? Ну, из тех людей, которые сами так делают. Нет, у меня тут платочек был. Так вот, вот это вот можно на Вайлдберрис найти. Я на Озон не смотрела, вот мне интересно, на Озон оно есть. Потому что на Вайлдберрис такая фишка, мне не очень нравится. На продукты, вот ты покупаешь продукты, они же иногда бывают такое, что покупаешь одно, а присылают другое. И возврат, ну, во-первых, ну, как предоплата, сразу возврат ты не будешь, возьмешь то, что было. А потом, если докажешь, что это вот тебе прислали не то, если они решат, что тебе прислали не то. Я уж не говорю о том, что отзыв написала, его исключили из рейтинга, потому что он якобы там какой-то не такой, а какой-то, какая-то дичь, ищешь, ну, заходишь на этот, на продукт глянуть отзывы, чтобы понять, ну, вот как оно, сомневаешься, потому что надо, ну, именно то или нет. А там какая-нибудь левая картинка, на картинке подпись «День зарабатывай на отзывах», и все. И вот этот вот дичь, это висит этот спам. А твой нормальный отзыв, он удаляется к чертовой бабушке. Потому на Озон хотя бы, если пришло что-то не то, ну, ты можешь от этого отказаться, сказать, чуваки, мне пришло что-то не то. Не сразу, конечно, но возврат тебе будет. Ну, вот это вот трио. Теперь в инфобоксе один артикул сменится на другой, потому что у нас не хлопушки, а гранола. Гранола оказалась очень сытная, очень вкусная. И по вкусу она похожа на, ну, вот эти запеченные овсяные штучки, похожа на овсяное печенье. Никогда не думала, что так, что гранола настолько вкусная, тем более сытная. Да, видимо, самый короткий завтрак будет. Я так удивилась, что у меня, кажется, запись не идет, хотя там и флешку подосвободила. Не знаю, почему так случилось. Точно проверила, что нажалось у меня все. Ладно, зритель, хочешь поддержать канал? Поддержи. Я все еще пытаюсь накопить денежку на свет, на световую панель. Ну и я, конечно, не обещаю, потому что я вдруг поняла, что сегодня пятница, а завтра суббота, воскресенье. И хотелось бы сказать, в течение этой недели, ближайших 7 дней, я запишу тебе СМР, у меня как раз там две кучки, которые, ну, хочешь не хочешь, надо уже записать, чтобы обратно убрать их в шкаф, потому что, в принципе, у меня суть была, что я хотела разобраться, ну, и попутно записать СМР, там, парфюмы и не парфюмы. И я надеюсь, что у меня друзья придут в эти выходные, и мне кое с чем помогут.
Ну, я постараюсь как-то уложиться и хоть что-то записать еще. Ну, в общем, надеюсь, вы поели. Пусть оно было хотя бы, ну, как-то мало. Надеюсь, у меня больше таких казусов с камерой, с планшетом, точнее, не случится. Ну и что, всем пока!